Всем большой привет! Меня зовут Юля, добро пожаловать на мой канал. Сегодня с вами идем мы в Фикс Прайс, это город Курск на Клыково. Всем приятного просмотра! Давно, конечно, это уже не новинка, но здесь он стоял открытый, такой светильничек, и я вам решила показать, что внутри действительно настоящая гималайская соль. Вот, очень красиво светится он на самом деле, многие очень хвалят, поэтому присмотритесь, кому нужно. Мягкий, теплый свет, кстати, от него. Поступили в продажу монопод для селфи. Смотрите, в разных цветах ручки. Синий, черный. По 99 рублей цена. Так, у нас вижу только синий вот один остался, то и черный. Посмотрим. Максимальная длина ручки 60 сантиметров. Фонарь налобный. Новиночка, 99 рублей, регулируемый угол наклона, два режима, дальний свет и ближний свет, дальность луча до 20 метров, 1 плюс 12 светодиодов, вот такая вот новинка. Перчаточки интересные появились, не сильно еще на зиму, как раз на осень, 199 по цене, по составу здесь у нас тыльная сторона 93% полиэстер и 7% эластан с покрытием и 100% полиуретана. Симпатично смотрится. Внутри они немножечко на таком тоненьком меху. Есть еще вариант без кожи. Такие 149 рублей. Серого цвета с бантиком. Тоже симпатичные. Кому какие по душе, здесь уже выбирать вам. Понравились мне еще вот такие перчаточки, они вязаные, с ниточкой такой блестящей. 99 они по цене, акрил, полиэстер. В общем, симпатично смотрятся. Цвета есть еще в коричневых оттенках, потемнее и немножечко посветлее. Очень мягенькие, посмотрите, какие беленькие, 99 цена. Кстати, есть еще коричневые, розовенькие. Одела и такие вам, чтобы вы посмотрели более наглядно. Не очень они толстые, но очень приятные и пушистые. Посмотрите на эту прелесть, на эти меховушечки. Они полностью и внутри, и снаружи в таком меху приятном. Тапочки комнатные. Есть в бежевом оттенке, а есть вот в таком вот немножечко сереньком. Цена не указана, думаю, 199 будут стоить. Я вижу, что здесь их много, видимо, только завезли. И до 41 размера пока все есть. Кстати, мужские перчатки тоже были завезены по 77 рублей. Очень даже приятные. В трех цветах. Домашние тапочки есть еще немножечко другого дизайна. Внутри они также меховые, приятные. А сверху вот немножечко декор другой. Этих тапочек уже поменьше, поэтому нужно смотреть по размеру. Цена также, думаю, что 199. Еще один дизайн настенное. Настенного подвесного украшения. 149 по цене. Милые чайнички с цветочками, травками и ягодками на белом полотне. Скоро Новый год, и Фикс Прайс нам это напоминает. Смотрите, какую красоту уже вывесили вовсю. Разная красивая мишура. Двухметровая. 55 рублей по цене. Посмотрите, какие яркие, красивые, сочные цвета. Декорация новогодняя на стену, 26 на 14 сантиметров, такой красивый новогодний шарик, 27,50 всего, недорого. А еще есть снежинка, думаю, что, конечно, это коллекция еще тех годов, но уже хочется этот праздник, когда видишь такую красоту. Наклейка объемная, новогодняя, 27 на 35 сантиметров. 77 рублей. А еще есть милый пингвинчик. Снеговичок. А вот эти вот наклейки меня покорили.
подобное я брала в том году здесь себе домой, наклеила на стекло, и мне так не хотелось их снимать. 77 рублей, такая прелесть. Наклеечки здесь можно клеить как угодно, то есть это не единое будет полотно. К примеру, вот наклеечка, снежиночки каждая отдельно, Дедушка Мороз на своих оленях. Набор магнитных наклеек на холодильник. Плотненькие они. 50 рублей цена. Эти также на стекло можно клеить. 99 красивые разноцветные снежинки. И также есть вот такие баннеры с Новым годом. По 50 рублей. А еще есть маленькие наклеечки. 50 рублей цена. Можно задекорировать подарки новогодние или же какие-то блокноты, чтобы придать себе самому праздничное настроение. Посмотрим, что здесь у нас спрятано на нижних полочках. Также мишура новогодняя, веточка новогодняя, вся блестящая. 50 сантиметров она, 27,50. А здесь у нас носочки рождественские для подарков. 27 на 45 сантиметров, 99 по цене. Носочки есть разных цветов. Очень приятные. Кому хочется блесток, есть и блестящие. По 55. Кстати, чтобы подвесить, также имеется вот такая вот петелька. Цвета есть красный и голубой. А кому мало и этих блесток, я могу вас обрадовать, что есть еще блестящий, все из поедок. Цена такого 77 рублей. Новые лакомства появились для котиков с курицей. Вот не вижу, сколько стоит, к сожалению. Но раньше не видела таких лакомств. 30 грамм в этой пачке. Новые дизайны ковриков для ванной. 149 по цене. Они резиновые полностью. Такие цветочки. Есть в синем цвете, в красном и в красивом зеленом. Сейчас вам расскажу, какой размер. 68 на 37 сантиметров. По цене это ПВХ. Силиконовые присосочки присутствуют. Пленка пищевая, упаковочная, с удобным отрывом, 50 метров. Цена 55 рублей. Думаю, что пригодится в хозяйстве. Шикарная тарелка, 30 сантиметров в диаметре, 149 рублей по цене. Стекло. От Люминар, блюдо для пиццы, ну можно и не только для пиццы, и тортик можно положить. 32 сантиметра в диаметре, 199 рублей. Есть, кстати, не только черные, но и белые. Чашечки красивые, с цитрусовыми витаминчиками, апельсинчиками, 77 по цене. Чашка на 340 миллилитров, это у нас фарфор. Есть апельсинчик, а есть грейпфрут, мне кажется, или апельсинчик поярче. Есть гранатик. Посмотрим, что у нас. Это чайнички, я вам их уже показывала. По 199. Кстати, их очень хвалят. Стеклянная основа у них. Три цвета. Красный, черный и вот там вдалеке стоит бежевый. Резиночки появились, давно их не было, в ярких таких сочных цветах, 55 рублей, 10 штук. В отделе красоты нового ничего больше не вижу, поэтому на сегодня с вами прощаюсь. Спасибо за лайк, до новых встреч, пока-пока!